Всем, ребят, привет! С вами канал «Счастливые люди». Сегодня у нас 30 апреля 2017 года. Вот, приехали к мамочке в деревню и разворотили вот такие вот камни. Вот такой вот мини-мини палисадник у нее тут был. Вот, кругом камни. Вот сама мамочка. Мамочка, привет! Работает некогда, деловая колбаса она у нас. Вот, зачем это разворотили? То, что у нас лежали вот эти камни здесь, на нашем мини-палисадничке. И через эти камушки пробивалась трава, и приходилось раза по три за лето косить эту траву. А сегодня мы, значит, решили, что сделать. Убрал я все вот эти камни. Мама сейчас соберет траву маленько, ну, потом ее выдернем еще. И будем стелить рубероид, чтобы трава не росла у нас. Ну и сверху положим камни. Что из этого получится, вы увидите дальше. Вот так вот как-то. Вот, одну сторону мы уже сделали. Получается, постелили рубероид. Поставили наши колеса землей. Так. Другую сторону вот начали подготавливать. Выдергали всю траву. Сейчас нам нужно ее будет разровнять граблями. Ну и постелить остатки рубероида. Думали, хватит одного рулона, но походу не хватит. Да, мамочка, наверное, не хватит. Вот, ну, сейчас что-нибудь придумаю. Ну, пока вот как-то так вот. Вот такой вот вид у нас получился. То есть получается. Два куска то ли постелили. Рубероид, то ли, по-разному ее называют. Тоненькую, короче, и сверху закладываю камнями. Вот так. Еще вот камушки остались. Положить их будет. Вот так вот получается у нас. Такая вот тропиночка. Вот. Ну, сейчас закончу и покажу общий вид. Так, ну вот в концовке что у нас получилось. Вот. Такие вот у нас шины с землей для маминых цветочков. Там вот уже какие-то вылазят. Здесь из шины земля у нас высыпалась. Вот. И вот так вот заложили наш рубероид камнями. Поднялся ветер сильный. Ну вот так вот мы сделали. Будем надеяться, что трава больше расти не будет. Как я считаю, гораздо симпатичнее. Ну все, в принципе, на этом. С вами были счастливые люди, happy people. Всем пока-пока и удачи.